делать, чтобы он не тонул. Ты чё, ёбу дал? Ты уже начал тонуть его. Ну, он вроде тонет. А, ну он не полностью тонет. Он... Так, блин, ты мог меня дождаться-то? А что надо было делать? Я ж не знаю, как он тонет. Там на кнопку на руле нажимаешь. Чего? На каком руле? А чё, он прям сам тонет, что ли? Он, как я только зашёл, начал тонуть. А в смысле? Раньше на кнопку нажималось. Ёбаный в рот, да как так-то, а? А другая проблема, я тут застрял. А чё, день, ночь же должна быть? Ну я тоже на большой деревянной лестнице, и где ты? А, сейчас, вниз чуть спустился. Сейчас пройду. Первый класс. Тик-т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 ик-
видел. Тик-т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 ик. Я тоже подраться могу. А чё такое? Ну я так не играю. А где ресторан? Тут ресторан должен быть. Да, должен. Ну и где он? Он, наверное, чуть ниже. Нет, ниже не ресторан. Ниже нет прохода. В смысле, вот же? Где? Вот ресторан. Где? Так вот ты где? А где ресторан-то? Блять, я в ресторане. А ты где? Иди, короче, вниз по деревянным. А, вон, нашел. Вот ресторан. Слушай, а почему корабль так накренел? Да хватит драться. Не знаю. Плохо, наверное. Ай. Молодец. Молодец. Че я драться перед? Хорош стрелять, сейчас в корабле дырку сделаешь. Чего он так наклонился? Да и говорю, плохо ему. Конечно, плохо ты по нему столько стреляешь. Я бы тебе стрелял. А плохо кораблю. То есть стрельбы. Он так наклонился от того, что стреляешь по нему слишком много. Надо подняться на ноги. Походу карта обновилась. Она не наклонилась. Кто не наклонился? Она не наклонилась. Ты чё, корабль наклонён жестко так? Нет. Да наклонён. Ну смотри, эти граната укатится, ты где? Я вниз иду. В третий класс. Третий класс? Ну что, укатилась граната? Нет. Твою мать, он реально тонет, там вода внизу! Где? Спускайся тут вниз, на хвост иди, по лестнице вниз спускайся, тут вода. Где? Дебил, дострелялся, продырявил корабль, тут все в воде. В прямом тут вода внизу. Ой, вода. Пострелял, блин, я тебе говорил, не доставай свою сраную ракету, вон дырку в корабле сделал, все, мы тонем, блин. Да ничего, еще золотая. Куда ты золотаешь, тут все в воде. Дверь не открывается. Сейчас гранаты откроем. Тут другая лестница вообще полностью затоплена. Ты куда вообще пошел? Обратно. Там все закрыто. Тут только в фасу выбираться.
дебил, дострелялся. Да кончай ты взрывать, он сейчас еще больше тонуть будет, дебил что ли? За что? Да за то, что ты корабль, блин, потопил! Пошли, блин, выбираться, задолбал стрелять. А чё вода так близко? Да потому что ты его затопил, он тонет уже. Ой-ё. Что ты натворил, старый таракан? Я думаю, надо нам как-то спасаться. Может, прыгнуть за борт? Пошли, может, это сам, может, у капитана узнаем, что как. Дай-то пройти. Не нравится. Дай пройти. Скотинь. Да задолбал стрелять, и так уже корабль продырявил. Капитана нет. Ого, как он съебался. Чувак, тут ресторан уже затапливает. Ты задолбал. Что ты хочешь? Ты хочешь добить корабль? Ресторан уже весь в воде. Ресторан? Ресторан в воде уже, да. А где ресторан? Дебил. А, тут уже вода в носу. Тут и ресторан уже весь утонул. И что теперь делать? Вот что ты натворил, старый таракан? Ну это из-за тебя, ты драться начал. Нехрен стрелять! Дрался бы в ответ кулаками. Я могу только пистолетом. Дебил. Тут во втором классе уже на лестнице вода. А я застрял. Да мы не умрем. Да? Что же мы будем делать, по-твоему? Плавать. Уже весь нос под воду ушел. И что? Да, действительно, и что такого? Сейчас я подам сигнальную ракету. Дебил! Чёртов дебил! Что? Это что ж за ракету ты такую подал? Ну так чтоб далеко было видно. Я не знаю, какой воде говорит Николай. Первый класс вообще затопило уже окончательно, там уже не пройти. Чего? Я вообще воды не вижу в первом классе. Ты потому что не был в первом классе. Правильно, я сразу пятый. В ресторан не зайти уже. Уже не пожрем. Что-что? Не пожрем, говорю, уже ресторан полностью затопило. Тебе лишь бы пожрать. Нам еще несколько дней в море болтыхаться. Надо ж хоть немного подкрепиться последний раз. Я в первом классе, где ты? В первом классе. А, вот он ты. Тут не пройти уже. Да дай пройти. Где моя подруга? Дебил, ты потопил наш корабль, придурок! Я стреляю. Ну ладно, я стреляю. Убежал трус. Блин, уже... Уже реально и первый класс весь затопило. Тут главная лестница уже вся в воде. Ты паникуешь, не паникуй. Черт, он так накренился, что уже невозможно ходить. Главное, чтобы он не сломался. А что это за звук? Вода? Нет, тут еще металлический какой-то звук. Чё-то я, мне кажется, он как... Что? Чё он так трясётся? А-а-а! Что это, чувак? Что это? Накаркал, блин, он... Накаркал, он сломался! В смысле сломал? Ой, он сломался. А вот это что, по-твоему?
Ой, он сломался. Ага, надо убегать. Накаркал, чертов дебил. Что ты сделал, Коля? Я что сделал? Это ты корабль потопил. Ты потопил. Ты стрелять начал, дебил, своими ракетами, вот и продырявил его. Все, чувак, нам пиздец. Метать на меня бочку. Ты стрелял, дебил, у меня вообще пушки не было, это ты его продырявил, придурок придурочный. Ой, 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 мы тонем. Нам пиздец. Нам пиздец. Нам пиздец. Нам пиздец. Да мы выжмем. Нам пиздец. Пиздец. Из-за тебя все, дебил. Все. Это пиздец. Это пиздец. О, мой мотоцикл! Мой мотоцикл! Там мой мотоцикл! А я? Он одноместный, прости. Все. Нет больше корабля. Утонул. Утонула Катя. Ты где, чувак? Чувак. Ну, что с ним? Нет. А, так я это, утонул. Ой. А я корабль нашел. Ой! Чувак! Чувак, всплывай! Всплывай! Чувак! Я корабль достал! Я корабль достал, чувак, всплывай, где ты? Чувак! Я корабль достал! Как? Ай, случайно. Чувак, посмотри, я достал корабль нам. Он не утонул, я его возродил. А чё у него дно плоское? Оно ж не должно быть таким плоским. И где у него хоть... Где стены, где там столы, где лестница? Чё с кораблём? Чувак. Почему он так странно двигается? Я ещё кусок корабля достал. И ещё один. Стоп, или это тот же? Смотри, чувак, я корабль по деталям разбираю. Вот еще деталь. Это стены от кают. А куда он там еще продолжает тонуть? Слушай, я достаю тут куски корабля просто. Я буду корабль, короче, доставать по деталям и собирать обратно. А эти куски куда уплыли? Че они застряли? Тебе нормально? Тебе нормально? Ой. Почему ты под таким углом плывешь? У тебя что, яхта сейчас тоже тонуть будет? Нет, она просто поворачивает. Почему я корабль двигать не могу? Во-во-во. Что, она чуть не перевернулась у тебя.
и тебя бил куском корабля просто. А как тебе, нормально? У меня охуенно. Ой. Все, полетел на летучей яхте. Че за яхта не так? Она что, гелием надышалась, что ли? Я яхта, я теперь яхта, надышавшаяся гелием. Чувак, Седай. Чувак,